И всем привет, с вами Килобос или профессор, как меня, ну, как меня на Ютубе зовут, да? Это вторая часть прохождения, ну, как прохождение, выживание в Rust Experimental, где я рассказываю вам о основных штучках в Расте, хотя я сам немного о них знаю, ну, и обо всем остальном. Вот, я почти ничего не делал с того момента, как мы закончили прошлую серию, я только выкинул мясо. Мясо, потому что у нас нахрен сгорело. И я выключил его, потому что не хочу тратить, конечно, сейчас древесинку. Вот здесь у нас уже целых 88 металлических фрагментов. Мы сейчас можем спокойно себе сделать обувь и штанишки. Вы поняли, да, какие? Вот, обычные брюки. И обычные ботинки. Ну, здесь всего лишь нужно по 5 металлических фрагментов. Правда, ботинков-то по 15 нужно. А здесь ткани до хрена. Ну, ткани у нас не так уж много. Я думаю, сейчас нужно отправиться в путешествие небольшое. Сейчас я, если что, на всякий случай возьму металлических фрагментиков, сделаю замочек. И если что, мы найдем дом еще один, то мы там поставим спальный мешок. В общем, из дома выходим и идем вперед. Калаш. Я не буду сильно стрелять из калаша там. Деревянный ящик, точно. Забыли поставить еще один. Хотя ладно, потом его поставим. Деревянный ящик пока не нужно. Лук. Вот что нам нужно. Закрывайся. Закрылась. Отлично. Так. Ну что ж, тогда сейчас направляемся. Кстати, вы заметили, стемнело немножко. Все-таки луна восходит, но что-то темновато. Ладно, идем. Там этот свет не горит. Здесь еще дом добыл. Да какой дом здесь? На каждом шагу дома. Чужие, не чужие, везде дома. Так, замок сделался, отлично. Я вот не стрелял еще с калаша в Rust Experimental, ни разу, если честно. Я стрелял в Legacy. Там достаточно так не очень долго. Тяжело даже, сказал бы. На голову то очень сложно попасть. Вот здесь я не знаю, насколько это удобно, неудобно. Вот вижу домик, но боюсь туда идти. Кстати, отличный шкаф с инструментами есть. О, все темнеет, темнеет, это отлично. Все-таки сервер нормальный, то есть здесь темнота, все присутствует. Темнота, ночь, ночь, я имею в виду, друзья. Там же никого нету, да? Скажи, пожалуйста, скажи, что там никого нету. Зря я, блин, я идиот, я просто дурак. Зачем я взял 154 гребаных патрона для винтовки? Ладно, ты так не темней, слышь? Фью. Ай, нужно было поставить хом, прописать. Точно, в нашем домике нужно было прописать хом. Бочки, или это не бочки? Это бочки, по-любому бочки. Еще одна бочка. Все, я хочу бочку. Мне не нужен дом, мне нужны бочки. Так, насчет бочек. С бочек падает лут. Совершенно рандомный лут. В том числе и чертежи, с помощью которых можно скрафтить то, какой чертеж выпадет. 4 удара по бочке, и она тупик. Так же, как по нам 4 удара. Ладно. Еще одна бочка. Отлично. Просто целая поляна бочек. Ну, онлайн на сервере небольшой. Бочки. Вроде здесь не так много ломают. Раз, два, три, четыре. Опять ничего не выпало. Все, я вижу. Не катись. Бинт. Нахрен нам нужен бинт, скажите. Черт. У нас нет факела, представляете? Факел даже скрафтить нельзя, если честно. Нет. Серьезно нельзя скрафтить? Ясненько. А я хотел тут с факелом побить. Черт, я немножко потерялся, друзья. Друзишки. Там дома, да, вроде должен быть. Я просто что-то сейчас покрутился. Так, все было и было. Да, вот здесь, по-моему, бочку первую сломали. И там еще две бочки стоит, да, насколько я помню. Сейчас я выйду наверх, посмотрим. Блин, так потемнело быстро. Вот, что мне реально не нравится в Расте. Это вообще не дом. Что мне действительно не нравится в Расте, так это то, что здесь темнеет. Прикольно, моментально. Прикольно.
Нам нужен факел. Вот что. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, пацанчик-то. С факелом бежит. Что, отсюда стрельнем? Куда он бежит-то хоть? Может быть, он хочет забрать... А, кстати, вон тут дом, да? Да, это вроде он. Может быть, он хочет забрать мои бочки? Я ему не отдам мои бочки. Бочки мои. Не его. Вон бочка, я вижу одну. И бочки, отлично, он две бочки. Так, смотрим. Бочка есть? Есть что? Нету. Ну хрен с тобой. Еще одно, что-то я вообще не вижу. Где бочка-то? Вот что-то я нублю, ребят. Что-то я нублю. Где бочка, а? Их же было две. Бочка скрылась. Серьезно скрылась? Не, не может быть такого. Хрен с ним, всех расстреляю. Где тут чувак-то с факелом? Мне факел бы сейчас его пригодился очень хорошо. Ой, даже не знаю. Зря мы, конечно, хром не подписали. Очень зря. Я вообще сейчас потерялся, если честно. Если честно, я сейчас потерялся. Опа. Смотрите, как тут милый, милый домик. Милый домик, сказал я. Но здесь домика не стояло. Ясно. Все понятно. Идем искать бочки у того чувака с факелом. Но пока я его не вижу и не слышу. И бочек вообще нереально заметить, если только наткнуться, они прямо лоб-лоб. Блин, я здесь буду бегать, наверное, всю ночь. Вы это слышали? Нет, вы это слышали? Кажется, я это слышал. Я это слышал. Кто-то стреляет или бьет. Мне страшно. Мне страшно. Ладно, ладно, ладно. Это кто такой ебашит? Это кто такой бодрый? Так это вроде звук моих шагов, да? Где мой дом? Скажите, где мой дом? Пожалуйста, скажите, где мой дом? Я ведь могу умереть. Так, там был огонь, да? Только не говорите, что там был огонь. Нет, там огня. Кто стрелял? Хи-хи-хи-хи. Жрачка. Чё, промахнулся, что ли? Эй, ты чё? Не, не паду. Пусть бежит. Тихо-тихо. Твою мать. Либо я укуренный, либо здесь реально кто-то бегает. Твою мать. Ребят, он жив или мертв? Он мертв. Отлично. Ой, ух ты! Нормально сыграли. Ух ты, зеленая маечка, зеленая маечка. Стади Блу Спринт. Так. Пацанчик-то попался быстро. Правда, на нем не было ни майки, ничего. Одна ткань, тоже дело. Шприц. Кольца, что ли, там? Втихая. Камни. Отлично, парень. Блин, я боюсь, он сейчас ко мне прибежит. Если, конечно, он запомнил, где он вообще был. Я думаю, здесь очень сложно запомнить. Вода, вода. Вот все-таки здесь есть вода. Отлично, выпить. Вода добавилась. Но она не столь важна, насколько я понял. Батончик мюсли. И приготовлено волчье мясо. Вот это отлично. Съесть волчье мясо. Все, теперь мы сыты и не голодные. Вот так вот. Вот такой вот лут у нас. Сегодня. Я много вообще? Ну, я на него где-то патроны, где-то 10 патронов истратил. Замок еще один нам не помешает. Бобы.
Обычные брюки. А у нас сейчас брюки говнобрюки. Мы, пожалуй, поменяем их местами. Сигнальная ракета у нас есть. Я не хочу заслонять, честно говоря, инвентарь. Очень не хочу. Поэтому я не буду их брать. Хит, есть. Есть. Ладно, все. Блин, у него не было факела. Серьезно. Не было факела. О, у него не было факела. Ладно, где у нас стрелы? Еще плюс стрелы. А факела не было. Ладно. Ломаем его. Сломали. Выбросить. Череп не выпал. Страшно-то мне как. Ой, страшно мне за свой волк. Я просто реально забыл, где дом. Нафиг я вообще ушел в такую темноту за бочками. За обычными бочками. Все из-за бочек. Все произошло из-за бочек. Слишком темно. Нет, серьезно. Где тут большой дом на скале? Вот что меня интересует. А что он там внизу стоит? Я же снизу сюда пришел. Ничего, запись пересмотри, найду дом. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Что это там? Дом, да? Нет? Чей это домик? Или просто... Ух ты. А нет, не ух ты. Я просто реально слепой. Закрыто. Черт. Не, прикольно здесь так сделали. Верандочка, да? Все дела. Твою мать. Это что? Это я, конечно, слышал раньше такие звуки. И эти звуки у меня обычно бывали, когда кто-то включал свой микрофон. Я вижу бочку, не могу держаться. Ладно, по-моему, мы видели с вами эту фигню. Помните, да, я говорил, как он так сделал? А, нет, мы это видели вообще у дома. Рисовка, отлично. Что-то кажется постоянно. Это бочка? А, нет, я походу слепой, реально. Это не бочка ни хрена была. А вот она наверху бочка? Не, не бочка. Я не знаю, вроде светает уже, конечно. Но опять же, мы будем на открытом пространстве. У нас будет спокойно, можно убить. Но я вроде в одной точке постоянно верчусь, да, кручусь. Пытаюсь найти как-то дом. Я, конечно, реально тупанул, когда здесь вот так прокрутился. Очень жестко тупанул. Я теперь буду видеть себя в этом всю жизнь. Если не найду свой дом. Стойте, стойте, стойте. И... Это оно, это, надеюсь, это то, о чем я думаю. Или нет? Или там человек? Там человек. Смогу ли я к нему забраться? Конечно, смогу. Что за херня? Я тут как долбоёб с кулашем бегаю. Надеюсь, что-то мне реально показалось, там огонек был. Надеюсь, этого человечка будет лут. Хотя бы немножко лута. Я же вообще бомж. Отлично. Неплохо. Ну как? О, ребят, это то, что мы искали. Судьба, это судьба. Ой, 36 деревянных стрел. Великолепно. Мы просто богачи. Кстати, да не, ни хрена не работает, короче. Блин, у меня вот эта фигня просто, наверное, будет потом спасать, когда мы будем играть в следующих сериях. Пацан, кстати, хорошо прятался. Так, ну вроде все остальное у нас есть. Приготовленный меч, связь, волчье мясо. Немножко еды. Жира. Немножко жира. Не хочет он ставиться. Ни хрена. Ломаем его. Ломаем его, парни. Airdrop, нет. Только не на меня, пожалуйста. Только не на меня, пожалуйста. Твою ж мать. Сейчас же все сбегутся. Твою ж мать. Ты что творишь-то? Зачем я был airdrop-то, а? Не бросай, пожалуйста, здесь. Не бросай, умоляю тебя.
Я тебя умоляю, не бросай. Не буду бросать, так? О, Господи. Так, это тот домик на скале, да? Значит, наш домик должен быть где-то вон там. Ты не бросил? О, еще один. Вот это реально палево. Палево. Что бы было, если бы знали мы. Что делать-то? Ай, надо что-то выбросить. Надо что-то выбросить. Я не знаю, что выбросить. Все нужно. Нафиг нам вот это нужно. Так. Ай-яй-яй-яй-яй. Где? Где он? У нас два факела. What the fuck? What the fuck? Восход. Восход, ребятки. Ребят, это восход. Вы понимаете, на что он намекает? Что сейчас будет за нашему дропу. Так, 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 так. Все, нашел, походу, выход. Там еще что-то. Это не наш дом горит, кстати. Еще так много людей сразу собралось. Где ее дроп? Надеюсь, он не надо мной. Представляете, сейчас тут в капканчик попасть. Будет отлично. Видишь? Надеюсь, ты меня не видишь. Бегите туда. Не бегите никто туда. Вон бочку, кстати, мы прострали. Потом еще одну бочку прострали, которую ни хрена не было видно в темноте. Это просто. Просто так. Просто. Азаза. Да. Это то, о чем я вам говорил. А, нет. Мне уже далеко показалось, что это капкан. Все, ребят, нашли дом. Я больше так не буду тупить и поставлю туда меточку. Ладно, Леня, нахрен не будем убивать. Это сейчас реально экстренная ситуация. Эй, дроп. Где ты? Кто говорит название Север? Честно, не помню название. Потом что-нибудь посмотрю. Блин, надо менять, короче, дом. Потому что очень долго запрыгивать. Это надо тренироваться нам. Потом потренируемся, конечно, запрыгивать надо. На нашу скалу. Волшебную! Ох. Тот чувак что-то уже давно-давно там сидит. Отлично. Все. Все, мы дома, слава богу. Ой, что же нам делать? Для начала сделаю вот так. Я сделаю вот так, вот так, вот так. Я сделаю потом вот так. Потом сделаем вот так. Ну, в общем, вы поняли, да, что я хочу сделать? Чтобы дверь открывалась внутрь. Вот так, чтобы она не мешала нам там. Потом я эту дверочку, конечно же, поставлю на нее замочек в первую очередь. А во вторую очередь мы ее сейчас улучшим. Как улучшим? Ну, вы поняли, да? Make metal. Make metal тут. Ну все, сейчас металлом, думаю. Хотя нет, попозже все. Все это будет попозже. Нам нужно лучше фундамент металлом. То реально. Ни о чем. Все, отлично, фундамент. Так, открывайся. Сюда хочу я поставить лесенку. Если она, конечно, сюда поставится. Где это стоялось-то? Нет, не это стоялось. Вот Foundation Steps. Не, не ставится никуда. Какая тут лесенка? Это неплохо. Ну что, обустроим что ли тогда и каменный сделаем. А хотя смысл каменный, нужно только вот это, естественно, каменный сделать. Вот это каменным. У нас камней 446. Не, ребят, все. Атас. Атас. Ну, сломать будет довольно тяжело. Можно даже сказать невозможно. Надеюсь. Вот. В принципе, поставим тут один, сюда наш второй ящик. Надеюсь, что потом мы найдем еще патрончиков-то немножко.
144 это вообще ни о чем. Ну, скажите же, да. Это чей ключ? А, это наш ключ, точно. Надо туда это выбросить. И сделать еще один дубликатик. И этот выбросить. Потому что они нам не нужны. Замок-то уже исчез, да? Правильно говорю? Так, у нас же появилась еще одежда. Лишняя. Сюда. Сюда. Так, это оставим, это оставим. Все, в принципе, можно оставить. Но места явно не хватает. Шприцок-то. Шприцок все-таки с собой возьмем. Лук оставим. Стрелы для лука оставим. А места и не остается. Нужно еще один крафтить. Крафтить еще один деревянный ящик. Крафтится он долго. И это бесит. Мне это не нравится, ребят. Ладно. Вроде не так пален, да? Надо потом будет, конечно, каменную стену сделать с этой стороны. Но это пока не очень важно. Мы с рынком защищены. Так, точно, точно. Хом забыл прописать. Хом. Так, скоро, кстати, серию пора заканчивать. Хом, ферст. Типа первый домик мой. Ферст. У тебя нет сохраненных локаций. А, set home. Точно, set home. First. Можно сохранить только свой или дом друга. Ладно. Help. Friend. Бонус. Телепорт. Компас. Почта. Строитель. Друзья. Adremov's name. Не понял. Телепорт. Информатор. Rules. Почему Home нет? Работает. Помощь по команде. Давайте спросим у наших дорогих игроков, почему не устанавливается set home. Set home 1. Home 1. У тебя нет сохраненных локаций. Save home, может быть. Save home 1. Open command. Нет, это плохая идея. Еще один ящик, да, это у нас тут типа склад ящиков таких маленьких. Как мне в PS увидеть, какие команды есть? Команды есть. Не знаю, какие команды есть. Да мне, в принципе, и так достаточно. Ладно. Так, убираем сюда. Охотничий лук убираем. Потом убираем альтов. Альтов F5. Или что он там? Ну, короче. Он хочет, чтобы он закрыл программку. Не нажимайте так альт плюс F5, альт плюс F6. Там это все бред. Не слушайте этих придурков. Ну, в принципе, больше мне нечего здесь вставлять. Мне нечем с тобой разговаривать. Все, думаю, эту серию пора заканчивать. Мы и так уже достаточно много поиграли. Вот. Такие вот дела. Сколько у нас тут хоть? Ой, ну ладно, в принципе, странно выключать. 94 металлических фрагмента, отлично. Вот, здесь все обустроили. Низ, кстати, не доделан. Много будет строиться. 10 тысяч, ё-моё. А почему это выс поставился? Непонятно. 10 тысяч, ничего себе. Он пусть ставится. Потом кладовка делаем. За ресурсами сходим, все дела. Ладно, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки или дизлайки. Не знаю, вообще оцените, как у мои летсплеи. Звук, качество, графика, все дела. Ставьте лойсы. И, конечно же, предлагайте ваши идеи. Там, может, какую-нибудь еще игру летсплей снять. Я не знаю. Серьезно, просто. Первый мой летсплей, вот был первая серия, Rust Experiments. Вот. Тоже кликните по ссылочке. Я ее оставлю, конечно же. И посмотрите, пожалуйста. Хотя бы оцените. Там он вроде идет 34 минуты. Это тоже, я думаю, долго не задержится. Ну, минут 40, да? Вот. Всем спасибо за просмотр. Еще раз говорю. Ставьте лайки. Всем спасибо. Всем пока. С вами был профессор. Goodbye.